Ребята, всем большое привет, я снова Марина, и сегодня я бы хотела снять видео мои подарки на день рождения. Как вы некоторые знаете, что вчера, 4 августа, у меня было день рождения, но я не знаю, когда я выложу это видео. В общем-то, я надеюсь, что вам это видео понравится, и оставайтесь со мной, а мы начинаем. Поехали! Мы немного поменяли локацию, так как мне неудобно там раскрывать подарочки. В общем-то, Лиза мне подает первый подарок, давай. Это, кстати, ее подарок, моей лучшей подруги Лизы, которая сейчас оператор. Давайте же посмотрим, что она мне тут подарила. Первое, что она мне подарила, это две бомбочки для ванны в виде кексика и обычная, оригинальная. Они обе очень вкусно пахнут. Далее она мне подарила конвертик, в нем были денежки. Еще мне просто безумно нравится, что она мне подарила, это мерцающее парфюм для тела. Оно, посмотрите, какое оно красивое. Там будет поближе вам показано, все эти подарочки будут поближе вам показаны. Вот оно. Следующее, это скраб для тела с запахом сладкой ваты. Это вообще, как такое можно придумать? Это же просто офигенно. Да, вот он. Следующее, что она мне подарила, это две маски тканевые, лимон с лимоном и с морковью. Они, первое, с морковью увлажнение и повышенность упругости. Второе, улучшение тона кожи, уменьшение пигментных пятен. Вот, я очень обожаю тканевые маски, поэтому Лиза знает это. Следующее, что мне подарила Лиза, это вот такой гель для душа от Dolce & Milk. Я их безумно сильно люблю, мне очень нравится эти гель для душа. Он с вишней. Далее она мне подарила что-то вроде бомбочки, и там типа пена образуется, я не знаю, но она тоже очень безумно пахнет. Очень безумно пахнет. Очень безумно вкусно пахнет. И следующее, это леденец, ребят. Но не тут-то было, это мыло, да. А я не знаю, как его называют. Лимон и грейпфрут. Очень вкусно пахнет. И последнее, что мне подарила Лиза, это крем для лица, тоже от Dolce & Milk. Да, просто я очень люблю Dolce & Milk, и просто это моя любовь. Обожаю эти разные крема, гели и тому подобное. Вот, так что, Лиза, спасибо тебе большое. Следующий подарок, это от моей лучшей подруги Насти. Сейчас я говорила, что Лиза моя лучшая подруга, вроде, да-да? Так, первое, что она мне подарила, это просто светильничек. Кстати, Лизе он тоже безумно понравился, да, Лиза? Чтобы ставить на фоне видео, потому что он очень милый, и Настя это очень хорошо. В общем, Настя угадала, что я хочу, так что спасибо. Следующее, это вот такая рамочка с единорогом. Тут еще ничего не поставлено, но мне тут безумно нравится эта картиночка. Да, тоже для фона. Настя, увидишь. Так, следующее, что она мне подарила, это вот такую, не знаю, как это называть. Как это назвать? Ну, кружечку, допустим. Играюсь в этом всем. Стаканчик. Стаканчик в виде кексика. Тут есть две трубочки, как я понимаю, вот. И тоже он безумно классный, безумно... Далее мне Настя подарила вот такие подвесочки с единорогом. Да, я люблю фламинго, единороги, в общем-то, все в этом роде. Это же все для девочек, вот. В общем-то, очень прикольная подвеска, она очень красивая. И последнее, что мне подарила ее сестричка, не Настя, вот такую открыточку, это ее младшая сестра Вера мне подарила, она мне нарисовала вот такую милейшую картинку, так что, Настя, передай большое спасибо Вере, я ее очень люблю, вот, и спасибо за подарок. Следующий подарок от Маши. Она мне подарила вот такой подарочек в пакете с единорогом. Первое, что она мне тут подарила, это вот такую шоколадку Милка с вроде малинкой. Да, я очень люблю Милку, и тем более с малинкой, это вообще такая рифма получилась. И следующее, что она мне подарила, это вафельку Милка. Если вы не знали, если вы не видели видео, где я заказывала европейские сладости, то там была эта вафелька, она мне безумно понравилась. Вот поэтому Маша угадала тоже. И последнее, хотя нет, не последнее, и следующее, что она мне подарила, это вот такую очень красивую косметичку. Она, я не знаю, зеркальная, типа что-то такого. Вот, розового цвета, просто она мне безумно нравится. В этой косметичке были духи, очень классным запахом. Сейчас я вам даже их открою, покажу. В очень красивом флакончике. Очень красивый. Так, сейчас сюда положу. И следующее, что тут было, это фотография Маши, меня и Насти. И много резинок. Пружинок, Лиз, лови. В общем-то, Маша, спасибо за подарок. И следующий подарок от Лизы. Кстати, вот Лиза делает резиночки. Вот, она очень прикольно сделала. Она мне подарила вот такой шарик, точнее, привязала его к пакету. Это очень прикольно. Первое, что она мне тут подарила, это вот такой конвертик с денежкой.
Далее она мне подарила, опять же таки, тоже тканевую маску со свинкой. А далее она мне подарила гель от Dolce Milk, только уже с дикими ягодами. Я очень люблю Dolce Milk, очень. Он тоже очень безумно вкусно пахнет. А следующее это крем. Угадайте, от чего? Тоже от Dolce Milk, тоже с дикими ягодами. Просто у меня, наверное, столько будет всего от Dolce Milk. И последнее, что я мне подарила, это помадку от Babylips. У меня еще никогда такого не было. И Лиза, спасибо большое тебе за подарок. И следующий подарок от Богданы. Вот он. И так, первое, что я вам хочу показать, это вот такие карточки для игры Фанты. Если не знаете, то загуглите. Это карточки с выполнением разных заданий. Следующее, что она мне подарила, это скетчбук. У меня ни разу не было скетчбука, и вот буду его, скорее всего, вести. И следующее, это тут вот лежала вот такая открыточка днем рождения. И там очень хорошие слова написаны. И последнее, что я хочу показать, это такое чудо. Посмотрите на эту конструкцию. Лиз, ты видела? Да, в твоей истории в Инстаграме. Посмотрите на вот эту конструкцию. Тут клей. Также тут брелок, скотч, блестки по кругу. В общем-то, сейчас вам в приближенном видео покажу эту конструкцию. Богдана, спасибо тебе большое за подарок. И последний подарок, который я вам сегодня хотела показать, давай. Это подарок от Василисы. Она мне подарила денежку в таком красивом конвертике. И также букетик с Рафаэлками. Меня это очень умилило, мне очень понравился этот букетик. Спасибо тебе большое, Василиса, за подарок. Ну, а мои родные подарили мне в основном денежки. Ну, собственно, что и дарят, в основном всегда родные. Тоже вот, поэтому всем большое спасибо за подарки. Всем большое спасибо за поздравления. Я вас очень сильно всех люблю. А если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии внизу. А я вас безумно сильно всех люблю. И всем пока-пока!